9 апреля председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов провел брифинг с представителями ведущих средств массовой информации России. Мазахир Панахов отметил, что проводимые в Азербайджане выборы всегда с большим интересом наблюдаются местной и международной общественностью. Он сказал, что созданы все условия для проведения в нашей стране выборов в свободной, справедливой и прозрачной форме. Созданы все условия для функционирования в свободной форме местных и международных наблюдателей, местных и зарубежных средств массовой информации, в том числе институтов гласности. Председатель Центральной избирательной комиссии подробно проинформировал зарубежных журналистов о созданных для кандидатов условиях, а также крупномасштабных проектах, реализованных для усовершенствования избирательной системы, избирательного законодательства и избирательной практики. Ответил на интересующие их вопросы. Шакир Гурманов, Гумбат Мамедов, Азертадж.